Уважаемый господин Сесинпин, в настоящее время человечество пришло к пониманию необходимости интеграции, которая позволяет мирно развиваться различным странам и народам. Следует отметить, что на фоне сложной международной обстановки, постоянного усиления вызовов и угроз в мире и регионе, объективно возрастает значимость китайско-центральноазиатского партнерства. Отрадно отметить, что на протяжении трех десятилетий отношения государств Центральной Азии и Китая стремительно развивались, опираясь на принципы взаимопонимания, взаимного уважения и доверия. В этом русле встречи в формате «Центральная Азия – Китай» становится уникальной площадкой для дальнейшего последовательного развития сотрудничества между нашими странами. У стран нашего региона, в особенности не имеющих выхода к морю, есть общие вызовы и приоритеты. Решение задач, стоящих перед нами в этом контексте, требует от нас безотлагательных и решительных действий как на национальном, так и на региональном уровнях. Считаем необходимым активизировать региональные экономические сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, инвестиций и торговли. Необходимо совместно решать вопросы развития технологических производств и расширения торговли, в том числе путем облегчения доступа товаров стран Центральной Азии на рынки Китая. Это способствует росту экономической активности населения и созданию новых рабочих мест в странах нашего региона. Республика Таджикистан поддерживает предложение о создании механизма саммита глав государств Центральной Азии и Китая. Уверен, что новый формат многостороннего сотрудничества будет способствовать укреплению взаимодействия между нашими странами в интересах поддержания мира, безопасности и устойчивого развития в регионе, в духе взаимного уважения, добрососедства, взаимопомощи и взаимной выгоды. В целом поддерживаем озвученные инициативы и предложения по ключевым вопросам дальнейшего укрепления нашего сотрудничества в формате Центральная Азия, Китай –